Всем привет, меня зовут Слава, я очень люблю Java 8, и некоторое время назад я попал на проект, на котором была Java 7. Кроме того, там было достаточно большое количество legacy кода и других устаревших инструментов. Там проекту было чуть больше 10 лет, поэтому я сразу предложил всем участникам перевести этот проект на рельсы Java 8, что в течение 3 месяца примерно и сделал. О том, как я это сделал, какие приемы я применял, как мне удавалось выстроить соответствующие отношения с менеджментом, с заказчиками и так далее, я буду рассказывать на конференции IT Nonstop, которая пройдет 12 ноября в Харькове в Fabrica Space. Приходите, будет очень интересно, обещаю.